бригада Олега Вайса. Ну и весь эфир, друзья, сегодня для вас в режиме онлайн. Наконец-то мы это сделали. Проведет Максим Симонов и аналитик. И пресса нашей лиги Борис Мурин. Добрый день, дорогие друзья. Я с протокольной частью закончил, друзья. Команды выходят на газон Вернадский парк, арена Вернадский парк. Четверг, 27 октября 2016 года. Поаплодировали трибуны, болельщиков, которых сегодня еще прибавится. И на скамейке запасных сидят парни. Ну что ж, наверное, все-таки правильно, что в конце октября важнейший матч в Копа Америка. И мы поговорим о пути команд. Тем более Борис, наверное, досконально знает и полуфинальный путь, и четвертьфинальный. Ну а самое главное, наверное, рассчитываем сегодня на футбол результативный, потому что всегда в Копа Америки забивается много голов, красивых и разных. И надеемся, что сегодня сопротивление и интрига будет до последних минут. Борис, начинай с концептуальной части, с протокольной составы команд. Я знаю, ты испытал капитанов, и они уже дали первую и исчерпывающую информацию. Погнали. Ну, начнем с Лос-Анджелес Галакси. В центре защиты у них, как обычно, Константин Кабдун, несменный защитник. Справа. Ну что, друзья? Будет гол, нет, не будет. Не будет. Не будет! Стоит рассказать о пути команд. Ой-ой-ой! Будет ли желтая? Замаячит ли светофор в исполнении Сельмовича? Должна быть, это опасная игра. Здесь и 12 человек смотрят. Переплета! Девчонка! Ну, это я шучу, друзья, не более того. У нас 0-0. А Лос-Анджелес Унион, те, кто присоединились до нас только-только сейчас. Здесь, ой-ой-ой, как же! Играть этот мяч здесь классно играет. Замечательно, и бежать. И желтая, ну это 100% желтая, да. И потрясающе наработано. Игра. Ну что ж, Матюгин в атаке, по краям сейчас Боря скажет, кто. Здорово! Ой, убийца! Ай-яй-яй! Ваня, да-да-да, согласен, несколько подборов было, отборов неплохих. А здесь было, очевидно, очевиднейший фол, да, на ему. Это гол кричит у него? Дайте смотрим. Удар, гол! Ну что ж, Ники Пелов, 1-0, автор в этом матче гол. Друзья, я не сомневаюсь. Ой-ой-ой, не надо! Надо! 2-0! Ой-ой-ой-ой-ой! Уже 0-2. Концентрации, автогол срезка, но там и так было видно. Игрока в стенке Униона Камдун. Михно. 15 минут, давайте, пошла горячая. 0-2. Здорово! Хорошо. Там 4 игрока. Стеночки. Пятый от Лос-Анджелеса. И давайте посмотрим. Соник или Камдун? Камдун, Соник. Соник, Камдун. Соник, Камдун, Камдун. Гол нет. Нет. Если после первого тайма идем впереди за счетом 2-0. Ведет команда Афанасьева. Из первых минут. Но Лос-Анджелес, видимо, бодренько начал, даже так начал, что чуть третий не пропустил. Но видно то, что уже с первых минут будет нацелена команда на атаку. А вот такая вот очень бить! Забивай Лукашка! В
идти в атаку, когда в тылу пожар. Придумывайте. Ну что, очередную атаку, контратаку превращайтесь в Камдун! Камдун! И мы все помним! Там очень жесткая борьба. И исполнитель тоже. А тот же исполнитель, удар тот же, гол там! Надо искать преимущество, но Камдун идет, он боец, давай, отвечай, забивай, ну момент, и забей! Который раз тут защитников Униона, а здесь разрыв. Шабалин, ой, какая умница Шабалин, но здесь голкипер, а здесь добивание, а здесь еще момент. Победу Унион Санта-Фе 7-1. И Унион становится первым обладателем Копы Америки. Иди на Америку, другие все смотрят. Я самый популярный. Нет. Сейчас девчонки закончат процедуру. Матч этой Копы Америки 2016 года, он уже, наверное, история Униона Аргентина, победитель этого турнира. Спасибо и ждем, соответственно.